Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить удивительный, вкусный, сытный салат «Клязьма». Этот салат подают в лучших ресторанах города Владимира. Если вам интересно, как он готовится, оставайтесь со мной, приготовим его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? Продукты совершенно простые, незамысловатые, но салат получается очень сытный, необычный и вкусный. Итак, что же нам для него понадобится? Мясо отварное, 300 грамм. Мясо может быть любое, говядина, свинина. У меня курица, только не колбаса. Яйцо отварное, 2-3 штуки. Морковь сырая, 2 штуки. Лук, 1. И 1 белая редька. Если вы не найдете редьку, можно заменить дайконом. Я уже так делала и разницы никакой не почувствовала. Соль, масло растительное для жарки и майонез. Вся информация по этому салату будет оставлена в инфобоксе. Заглядывайте туда. Ну а сейчас приступаем. Первое, что нам необходимо сделать, пожарить лук и потушить вместе с ним морковь. Немного соли, пока остывает морковь с луком, начинаем собирать салат. Редьку или дайкон натираем на крупной терке. Поскольку салат не только очень вкусный, но и сытный, я могу рекомендовать его подавать в тарталетках каждому гостю на один укус тарталеточка. И я уже попробовала, и как закуска в тарталетках он просто великолепен. Ну вот и все. Салат готов. Как видите, продукты все очень простые, но тем не менее салат получается очень пикантный, вкусный, необычный. Его можно подавать как в салатнице, так и в тарталетках. Признаюсь честно, что в тарталетках мне понравился он даже еще больше. Ну а вы применяйте его уже на свое усмотрение. Надеюсь, что понравится он и вам, и вашим гостям. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!